обточил первое колесо, сделал бычкообразность такую, придал колесу. Шкив обточил под ремень. Сейчас я снимаю это колесо, прикрученное уже к ступице, вместе со ступицей. И буду обтачивать сейчас верхнее колесо. Сделал такие привары здесь небольшие, для того, чтобы мне было удобно работать. Каким образом я добиваюсь одинакового диаметра? Так, выставил я новое колесо. Сейчас я буду его обтачивать и подгонять под диаметр второго колеса. Я вот замерил примерно расстояние. Вот мне надо будет снять 2-3 мм здесь и придать бычкообразность. Ремень я накидываю прямо на ступицу и подтягиваю вот на такую временную конструкцию. Вот сюда. В легкий натяг идет. Все, закончили. Хорошо.